Доброго времени суток всем, добрые наши зрители, гости канала, подписчики, новые подписчики. С вами Наталья и привет, твори добро. Ой. Ребят, у нас прям такой большой сос. Сегодня звонила мне в 3 часа директор. Ну, надо было погасить сегодня до 17:00 долг, но, к сожалению, мы не справились. Все, конечно, ложится на наши плечи, особенно на мои, поэтому это постоянно стрессы, это постоянно нервные срывы. Я обращаюсь сейчас ко всем к вам. Нас 19400. Помогите. Помогите приюту оплатить долг. Долг остался всего лишь 30 тысяч. Все вы знаете, что с мясопродукцией сейчас сложно. После праздников у всех сложно. Это вот все наши питомцы, Сэм, это бывший парень приюта, Фиона. Но в другой комнате у нас еще две собачки. Там старенькая наша Мася, ей 12 лет, найденный шпиц. Ну и в одной комнате, вы знаете, у нас там Белочка, Зайка и Тея. Вот так вот мы живем в трехкомнатной квартире. Собак много не бывает, но мимо пройти я не могу. Поэтому моя такая большая дружная семья. Не буду плакать, но на душе очень тяжело. Плюс я еще болею. Ну, я очень прошу вас искренне, помогите приюту оплатить долг. Долг размер 30 тысяч. Ведь мы все когда-то спасали с вами этих собак. Но и все должны понимать, что спасенные собаки живут в приюте. Приют у нас не государственный, частный. И живут они и выживают только благодаря вам. Когда мы с вами их спасали, мне кажется, каждый всегда четко должен понимать, что... А как дальше? А дальше всегда нужна финансовая помощь. Деньги расходуются и на такси, и на газовые баллоны. Но питание – это основа приюта. То есть мы все должны понимать, что... Спасти – это не так сложно. А вот как жить дальше – это самая большая проблема. Проблема в том, что у нас нет софинансирования, есть только вы. Самые добрые, самые милые люди планеты Земля. Поэтому очень прошу вас помочь приюту жить. Долг 30 тысяч. Время у нас дали до утра, до 8 утра. Ребят, пожалуйста, каждый, кто посмотрит, пошлите 10, 50, 100 рублей, и приют будет жить. И я просто не буду больше переживать, плакать, потому что все это достаточно тяжело. Вы все видите, что у нас приют большой, собачки все ухоженные. Поэтому посмотрите, присмотритесь на наш... На наших собачек. Может, кто-то приглянется. С большим уважением ко всем к вам, волонтер Наталья.